тема нашего сегодняшнего урока – путешествия. Как вы знаете, путешествуя, мы часто оказываемся в аэропорту. Ленинградский аэропорт. Внимание! Производится регистрация билетов и оформление багажа пассажиров, вылетающих рейсом 2420 Ленинград-Москва. Внимание! Произвел посадку самолет, выполняющий рейс СУ-632 из Варшавы. Внимание! Произвел посадку самолет, выполняющий рейс СУ-638 из Лондона. Сейчас вы познакомитесь с главными героями нашего фильма. Это Юзеф Славинский, гость из Польши, профессор, литературовед. А это Ирина Быстрова, журналистка. Прошу вас. Спасибо. Паспортный контроль. Ваш паспорт, пожалуйста. Пожалуйста. Откуда прилетели? Из Варшавы. У вас виза на месяц. Да, я помню. Срок визы до 1 июля. Теперь заполните таможенную декларацию и получите багаж. Откуда прилетели? Из Лондона. Все в порядке, заполняйте декларацию. Спасибо. Мой багаж состоит из мест. Простите, а что такое багаж? Багаж? Это упакованные вещи пассажира. Простите, значит, мой портфель это тоже багаж? Конечно, багаж. Ручная кладь. А, ручная кладь. Спасибо. До свидания. До свидания. Таможня. Пожалуйста, приготовьте багаж для таможенного досмотра. Портфель открыть? Не надо, только чемодан. Пожалуйста, вашу таможенную декларацию, пожалуйста. 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 Спасибо. Вашу таможенную декларацию. Ирина? Миша. Здравствуй, Миша. С приездом тебя. Спасибо. А ты прилетел или улетаешь? Улетаю, улетаю. Ровно через час. Давай посидим где-нибудь перед полетом. Хорошо. А где? Пойдем на второй этаж, в кафе. Хорошо, пойдем в кафе. Люблю возвращаться домой. Хорошая была поездка. Конечно. А ты куда улетаешь? Париж. Как
интересно. Внимание! Производится регистрация билетов и оформление багажа пассажиров, вылетающих рейсом СУ-643, Ленинград, Париж. Ирина, ты не могла бы мне помочь? С удовольствием. Сегодня или завтра прилетает из Варшавы профессор Славинский. Мой большой друг. Все понимаю. С ним надо встретиться и показать ему город. А где он будет жить? Наверное, в гостинице «Москва». Хорошо. Я найду твоего друга. Да, через 2 или 3 дня он уедет в Псков, а оттуда в Пушкинские горы. На Пушкинский праздник поэзии? 6 июня? Да. Внимание! Я тоже туда собираюсь. Продолжается регистрация билетов и оформление багажа пассажиров, вылетающих рейсом СУ-643, Ленинград, Париж. Ну, мне пора. До свидания, Ирина. Счастливого тебе пути, Миш. Спасибо. Простите. Я вас слушаю. Моя фамилия Славинский. Я из Варшавы. Мне заказан номер вашей гостиницы. Минутку. Ваше имя? Юзеф. Юзеф Славинский. Да. Вам забронирован одноместный номер. Комната 555 на 5-м этаже. Пожалуйста, карту гостя. 555. Легко запомнить. Лифт в этом холле слева. Спасибо. Простите, пожалуйста. Слушаю вас. У вас живет Юзеф Славинский из Варшавы. Я хотела бы увидеть его. Одну минутку. Да, он живет у нас. В номере 555. Вы можете позвонить ему по телефону. 25-55. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, как доехать до Пскова? До Пскова можно доехать на поезде или на автобусе. Сколько времени идет поезд до Пскова? 5 часов. А автобус? Автобус идет до Пскова 5,5 часов. Поеду на автобусе. Можно заказать билет на 5 июня? Да, можно. Я хотел бы еще заказать номер в гостинице в Пскове с 5 июня на 3 дня. Хорошо. Я забронирую вам номер в гостинице. Простите, пожалуйста. Да. Мы с вами уже встречались. Не помню, где. Багаж – это упакованные вещи пассажира. А-а-а. Теперь вспомнила. О, у вас прекрасная книга о Пушкине. Вы ее читали? Да. Пушкин – мой любимый поэт. И мой тоже. Я очень рад, что наконец в Ленинграде. Здесь столько мест, связанных с именем поэта. Лицей. Здесь учился Пушкин.
писал свои первые стихи. В этом доме последняя квартира поэта. Место дуэли. Здесь Пушкин был смертельно ранен. А день его рождения ежегодно празднуют на Псковской земле. Мне, пожалуйста, один билет до Пскова. На какой поезд? На рижский, номер 35. В каком вагоне? В мягком. Нижнее место, если можно. Один до Пскова. Спасибо. Псков. Древний русский город с неповторимыми памятниками архитектуры Средневековья. Недалеко от Пскова находится Пушкинский заповедник. Места, связанные с жизнью и творчеством великого поэта. Каждый год, 6 июня, в день рождения Пушкина, на Псковскую землю, на праздник поэзии, приезжают гости из многих городов Советского Союза, из разных стран. Скажите, пожалуйста, у вас есть свободные номера? К сожалению, нет. Позвоните в другие гостиницы. Угу. У нас есть одно место, но в номере на двоих. Спасибо, я согласна. Заполните бланк. Не забудьте указать цель приезда и ваш домашний адрес. Хорошо. Простите, когда отходит экскурсионный автобус? Через 5 минут. Спасибо. На Пушкинском празднике в селе Михайловском собираются тысячи людей. Выступают известные писатели, поэты, ученые, артисты. Гости приходят в дом, где жил Пушкин. В этом доме были написаны многие его бессмертные произведения. И домик няни поэта увидят гости. Тенистые аллеи старого парка и тихие просторы Псковского края. Святогорский монастырь. Здесь, у восточной стены собора, похоронен Александр Сергеевич Пушкин. На Пушкинском празднике встречаются любители поэзии со всех концов земли. Здравствуйте. Вы? Здравствуйте. Приехали на Пушкинский праздник? Да, конечно. Мы с вами уже встречаемся в третий раз. Давайте познакомимся. С удовольствием. Юзеф Славинский. Ирина Быстрова. Профессор Юзеф Славинский? Да. Из Варшавы? Да. Из Варшавы.
Дорогие друзья, в нашем уроке вы услышали фразы, которые часто говорят во время путешествия. Давайте вспомним некоторые из них. Внимание! Произвел посадку самолет из Варшавы. Внимание! Производится регистрация билетов и оформление багажа. Рейс Ленинград-Париж. А теперь вспомним эпизоды в гостинице. Послушайте еще раз реплики наших героев и повторите их. Мне заказан номер в вашей гостинице. У вас есть свободные номера? Мне заказан номер в вашей гостинице. Минутку. Да, вам забронирован одноместный номер. Комната 555 на 5-м этаже. Скажите, пожалуйста, у вас есть свободные номера? К сожалению, нет. Позвоните в другие гостиницы. У нас есть одно место, но в номере на двоих. Спасибо, я согласна. Давайте повторим несколько фраз, связанных с транспортом. Как доехать до Пскова? Можно на поезде или на автобусе? Скажите, пожалуйста, как доехать до Пскова? До Пскова можно доехать на поезде или на автобусе. Мне, пожалуйста, один билет до Пскова. На какой поезд? На рижский, номер 35. Один до Пскова. А теперь, как всегда, немного грамматики. Обратите внимание на вопросы и ответы со словом «куда». Куда вы едете? В Псков, на Пушкинский праздник. Ирина, куда вы едете? В Псков, на Пушкинский праздник. Обратите также внимание на вопросы и ответы со словом «откуда». Откуда вы приехали? Из Пскова, с Пушкинского праздника. Скажите, пожалуйста, профессор, откуда вы сейчас приехали? Из Пскова, с Пушкинского праздника. Дорогие друзья, наш урок закончен. До свидания, до новых встреч.